Так, теперь прежде чем начать деревья строить, давайте пару лопухов сделаем различного вида. То есть я предлагаю вот такой лопух сначала сделать, plane. И теперь убрать все остальное. Так, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Как лучше сделать нам? S. Так. Давайте большой сделаем, потом уменьшить всегда есть возможность S по X. Вот. Так, допустим, да. И вот такой, чтобы разделил это, как я это называю, за Ctrl-R. Ctrl-R. Две. Или три. Да, две достаточно. Так, и еще немножко раздвигаем, наверное. S. О, ну, можно и так сделать. Да, так вот. Так. Теперь говорим, вот это вместе потянули SPX. Где-то вот так. И эти тоже S по X, это вот так. Ну, эти тоже можно, что это уж если на то пошло. Далее мы можем с вами войти сюда. А, нам надо еще вот это разделить, все правильно. Законтролить. Вот так. Так. И теперь поднимаем вот это. Уже выделили, нет? Убрали. Пока что вот так. Да ну что ж такое-то? Не пойму. А, у нас тут, наверное, и нету. Поэтому давайте сделаем. Эти два, наверное, вниз. Что там было? Выделена точка. Выделена точка, да?
Можно счетчик. Я думаю, вот так будет уже хорошо. Вот такой листочек, я думаю, аккуратно будет. Ну, а теперь, в общем-то, просто все. Возьмем этот листочек и превратим его. Во-первых, я бы хотел, наверное, перевернуть это все. Rotation по Y на 90 градусов. Вот так. Ну, еще, наверное. Все. Так, и теперь поднимем R. Где-то вот так, наверное, сделаем. Да. Дальше можно сделать следующим образом. Посмотрим сверху и перенести этот вот пивот ионный. Так, ионный пивот нам надо перенести вот. Сверху посмотрим, перетаскиваем сюда. Так, этот на место поставим. Это убираем. И, скажем, этого пивотик перенесем. Куда? В курсор перенесем. Вот так. Вот. А теперь наверх. Сбоку смотрим. Нет, вот с этого боку. И тащим наверх. Да. Ну, а теперь мы можем действовать так, что говорим Shift D и R по оси Z. Допустим, так, Shift D, R. Так, Shift D, R, так вот, Shift D, есть. Теперь вот это вот все собираем вместе.
говорим Ctrl-Z, Ctrl-Z. Я надеюсь, они нет, Ctrl-G, вот так. И поднимаем. Хотя это рано. Просто говорим Ctrl-Shift, поднимаем, разворачиваем, уменьшаем. Опускаем. Так. Так. Сделаем. Так, а получится, если мы попробуем сделать так? Вот, и мы выделим его, допустим. Всех выделим. Или сделаем так. Этот rotation поднимем сюда. Этот rotation так, чтобы не было одинаковых. Так вот, этот rotation так. Вот так, да? Хорошо. Так, если я теперь их все выделю. А где пятый? Вот он. И сделаю Shift Z. Edit вот. B. То я этим тоже могу управлять, правильно? Так вот. Так, ну в середине мне тоже что-то надо немножко, по-моему, да? Так, делаем Shift D. Разворачиваем. Нет. Нет, не так. То есть Shift D мы взяли. Теперь уменьшили. И развернули. Оси X, естественно. И опустили. Это джипа зато. Так, я думал так. О, это много. Это много, ребята, это много. Она получилась. Вот так. Вот такая вот штукенция у нас. Смотрим, вот это, мне кажется, вывернутая немножко. Мы ее поправим.
Сдается мне, что здесь где-то лишние попались. Да, конечно, вот и это shift повлиял. Лишний взял я shift, ничего не могу сделать. И теперь у меня вот такая штука получается. Надо удалять. То есть скопировал лишнее, поэтому они двойные получились случайненько. А нельзя ли вот так сказать? Так, так, где еще тут лишнее? Этот, мне кажется. Нет, теперь все нормально. Этот. Все ясно. И теперь мы можем выделить все. Вот так. И тоже сказать, что объект join. Все. Так, давайте теперь посмотрим, где мы будем располагать. И наш объект, вытаскиваем его, уменьшаем, естественно. Ну и смотрим сверху, конечно же. Так, ну-ка, сюда вот, допустим, поставим, потом вниз, да, вот так. Посмотрим, еще можем вниз сделать, да, можем. И тогда по всей плоскости мы их сейчас разнесем. Вот этот. Может быть, чуть меньше еще сделать раз. А, нет. Я имею в виду вот этот. S. Светлую окраску, наверное. И после этого можем эти звездочки располагать, шильды куда-то сюда ставить, можно разворачивать по оси Z, да? Видно их будет, нет? Нет, это утонуло. В общем, понятно, да, это по вкусу. Туда-сюда разложим кругом, да и все.
Желательно научиться бы, вот знаете, как есть такая возможность, фат. И поэтому фаду раз-раз-раз, и они разложились. А так каждый делает, и ты умрешь. Я пойду поищу, как это делается. Окей? Так. Не нашел, но дело в том, что тут не так уж их много. И столько будет растительницы, что их и не надо много. То есть я их разнесу просто и все. Попутно разворачиваю. Вот так. Вот здесь тоже. Сейчас покажу конечный результат.